Здравствуйте, Дмитрий. Это видео про ваш переходник с одуванчиком. Вот смотрите, вот переходничок, вот внутренняя резьба, и по ребру есть три регулировочных винта и ключик. Когда накрутите объектив на камеру с переходником и посмотрите, где находится шкала объектива, чтобы она посмотрела правильно вертикально вверх, отрегулируйте с помощью винта. И это колечко М39-М42. Вот смотрите. Я запрограммировал фокусное расстояние 85 мм, диафрагму 1.4. У Canon невозможно запрограммировать диафрагму 1.5. Поэтому или 1.4, или 1.6. Но для Helios 40 лучше 1.4. Время входа в режим программирования 1 секунда. Оно понадобится, если на объективе будет бэк или фронт фокус, который в режиме программирования можно отрегулировать. Сейчас я все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.